Ночные волки снова посетили Северский район. Ежегодно известный на всю страну байкерский клуб организует мотомарш «Дороги Победы» с целью почтить память павших воинов и выразить благодарность за их подвиг. Глава района Андрей Дорошевский поблагодарил участников марша за визит в район. Рад приветствовать вас в Северском районе. Мотопробег по дорогам боевой славы нашего народа – одна из самых важных традиций в преддверии главного праздника страны – Дня Победы. Байкеры стартовали 30 апреля в Москве. Конечная точка маршрута – город Калининград. Мотоколонна пройдет по территории России и странам Европы со знаменем Победы, флагом России и флагами городов-героев и городов воинской славы. Еще раз спасибо Северскому району, администрации, жителям. Мы продолжим свой путь, выполним ту миссию, ответственность за которую мы взяли на себя. Глава района Андрей Дорошевский в торжественной обстановке передал президенту новороссийского отделения мотоклуба Павлу Ремиху кисет с родной северской землей. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания, а после присутствующие возложили цветы к мемориалу «Братская могила».